Всем привет, меня зовут Игорь Суров, и это мои персональные итоги года. На самом деле, кроме меня здесь еще должна быть Александра, но когда мы первый раз записывали наши видеоитоги года, выяснилось, что мы забыли включить кнопку записи, и получилось... ничего не получилось, короче. Второй раз мы уже все отсняли, нажали кнопку записи, мой жесткий диск отказал, и все мои футажи были стерты. Короче, давайте без тупой аналитики начнем уже это. Ну, тут выбор очевиден. Я голосовал за тот проект, за который проголосовали вообще все. Это, конечно же, Wolfenstein. Он получился очень сочный, очень мясной, очень олдскульный. Я даже выбил платину на PlayStation 4. И очень хочу поиграть в нее снова, потому что действительно очень крутая игра. Чем-то напоминает даже Half-Life 2 по своей структуре. Вместо Александра иногда будет это животное говорить что-нибудь. Нет. Все, наверное, думали, что я проголосую за Call of Duty в этом году, но нет, победил Wolfenstein, потому что он правда крутой. На самом деле здесь выбор тоже, в принципе, очевиден. Infamous Second Son получился довольно-таки нормально, неплохим, но не тянет на лучший боевик этого года. Так что я голосовал за Shadow of the Mordor. Это действительно очень крутой проект. Мне очень понравилось с ним играть, с хорошим миром. Очень крутая расчленка орков, есть фоторежим, где можно поставить на паузу игру в тот момент, когда отрубаешь орку голову. Довольно-таки сложная номинация лично для меня, все проекты очень достойны. Тут и Dark Souls, тут и Южный Парк, тут и Dragon Age, само собой, даже Divinity есть. Great, you made it! Okay, use this panel here and we can all go home! Ну, я проголосовал за Dragon Age, несмотря на многие проблемы, которые есть у проекта, у него есть очень хорошие персонажи. Богатый мир на исследование, мне это очень нравится, и есть какой-то отыгрыш, так что, да, это Dragon Age. Александра голосовала за Divinity, она была просто в восторге, у нас даже есть на лайв-канале записи двух стримов, где она играла вместе с Васей, так что кто хочет, может посмотреть, и там, в принципе, она свое мнение по поводу игры высказывала. Я не Александра, мы ничего не понимаем в стратегиях, поэтому... Я, кажется, вообще ни за что не голосовал. Александра голосовала за цивилизацию, потому что она любит цивилизацию. И почему бы не цивилизация? Какая же самая лучшая аркада в этом году, по моему мнению? Ну, даже не знаю. Octodad. Не дотягивает. Транзистор. Нет. А вот Valiant Hearts внезапно стала очень такой душевной игрой, где ты сопереживаешь всем героям и даже собачке. Поэтому, безусловно, это Valiant Hearts. Я вообще ничего не понимаю в адвенчурах. Александр, я знаю, голосовал за Talos Principle. Talos Principle. Знаете, из года в год мы играем в одни и те же гонки, и мы ездим на одних и тех же машинах, и это немножко утомило. Так что в этом году я голосовал за Mario Kart. Я его одновременно и люблю, и ненавижу. Люблю за то, что это весело, ненавижу за то, что
когда, например, я на первом месте и финиш уже недалеко, мне в зад прилетает красная черепаха, забивает меня с ног, и я оказываюсь на последнем месте. Да, это... ненавижу эту игру. Все выбрали Южный парк, но я корнем с этим не согласен. У разработчиков Южного парка на самом деле были уже все материалы из сериала, все ассеты, и все это вместе собрать было не так уж и сложно, особенно при поддержке создателей самого сериала. А вот в этом году, по моему мнению, заслуживает получить награду Alien Isolation, потому что разработчики сделали вообще все с нуля. Они сделали колоссальную работу, как мне кажется. И они перенесли дух первой части, перенесли те локации из фильма, и это было очень сложно, но они справились, и за это я хвалю их и говорю, что они молодцы. Довольно-таки дурацкая номинация, потому что из года в год, наверное, получает одна и та же игра награду, это FIFA. Но в этом году лучшей игрой является Mount Your Friends, потому что это довольно-таки очень веселая спортивная игра, где вы с помощью своих тел строите башню, цепляетесь за всякие пикантные места друг друга, и вот. Это правда очень весело, очень спортивно, музыка шикарна на фоне, и всем рекомендую. Я в ММО мало играл только из этого списка в бета-версию Elder Scrolls Online. Она мне категорично не понравилась, это там, где вы заходите на сервер, перед вами миллион давакинов, миллион избранных, и это очень отстойно. Все выбрали World of Warcraft, почему нет, это WoW. А вот самая ожидаемая ММО игра на самом деле для меня является из этого списка Black Desert. А те, кто меня знает, наверное, думают, что я голосовал за Destiny, но нет, для меня Destiny не лучшая консольная игра этого года, поэтому я голосовал за Infamous. Действительно, очень крутой проект. Внезапно я в прошлом году не играл на ПК, ну, ни во что новое. Поэтому у меня нет никакого мнения на этот счет, но я точно знаю, что Александр голосовал за Divinity. Лучшей инди-игрой прошлого года для меня является Monument Valley. У нее отличная аудиовизуальная составляющая, хороший мир, хорошие головоломки, в метро игралось прям вообще на улет. По моему мнению, Banner Saga является лучшим кикстартом прошлого года, и я не хочу заострить на этом внимание, поэтому давайте дальше. Ну, я опять же голосовал за Monument Valley, а вот Александр была недовольна тем, что из списка номинантов выбросили очень крутой проект под названием Hitman Go, так бы она голосовала именно за него. Ну, безусловно, это The Last of Us Left Behind. Тут даже обсуждать нечего. Если не играли, то поиграйте, и вам обязательно понравится. Oh, are you kidding me? Come on. Titanfall? Не. Hearthstone? Вроде да, но нет. Для меня лучшим мультиплеером является Destiny. Уж то-что, а с мультиплеером у нее все хорошо. Опять же, это Destiny. У
Лучший саундтрек, безусловно, у Вольфенштейна. Там очень крутой тяжеляк. Композитор Ник Гордон прям молодчина. Он, его музыка цепляет, и в то же время она полна ярости, огня. Это очень круто. Я надеюсь, что именно он будет писать саундтрек для Дума. Только две игры меня очень так тронули в прошлом году. Это был Valiant Hearts и Wolfenstein. Но, к сожалению, в списке номинантов нету Wolfenstein, так что я голосовал за Valiant Hearts. Самая красивая игра — это Destiny. Графоном у Destiny полный порядок. Художники молодцы, дизайнеры молодцы. Пользовательский интерфейс просто невероятен лично для меня. We'll be singing our blues away. Самый отважный герой — это Биджей Блашкович. Пройти через столько фрицев и не сломаться — это да, это очень сильно. А по моему мнению, лучшим персонажем прошлого года является Аманда Рипли. Самым подлым и гнусным злодеем является Ubisoft. Ну, почему бы не Морриган? Самая крутая роль у Трои Бейкера в прошлом году была роль Хлебушка. Ну, блин, очевидно, что это GTA. Многие проголосовали за Watch Dogs, но с Watch Dogs было все понятно еще за полгода до выхода игры. Но вот с Destiny как раз-таки не было мне ничего понятно. И меня зовут Маркосинеро. Рисита, что? Ве по ла паэллера. Венга, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañado. En las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Потому что я вообще ожидал совершенно другую игру. Я думал, что будут очень большие локации, где можно было бы все это исследовать. Я ожидал, что будет очень крутой сюжет. Но я не получил этого. Вместо этого получил гринделку, дрочильню. И пусть дрочильная там довольно-таки задорная. И, не знаю, было весело выбивать всякий лут там. Но, блин, я не этого ожидал. Банжи, за что ты так со мной? Самый лучший симулятор прошлого года. Ай, к черту это. Самым худшим симулятором является Evil Within, а именно симулятор черных полос. Из этих чертовых черных полос мне трудно играть. И нахера это было делать, я вообще не понимаю, это не к месту. Лучший Assassin's Creed года. Ну блин, очевидно, что это Мордор. Сложная номинация. Проекты все клевые. Wolfenstein фантастический, Alien Isolation потрясающая. Эти два проекта я совершенно не ждал, и для меня это был большой сюрприз, что они вышли очень крутые. Но, наверное, стоит отдать голос за Alien Isolation. А я тоже считаю, что Alien Isolation очень крутой проект и достоин быть самой лучшей игрой прошлого года. Ненавижу тебя, Игорь. Отпусти меня, сука! Ну вот и все. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на наш лайв-канал. Подписывайтесь на наш основной канал. Смотрите наши материалы на сайте stopgame.ru. Подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте. И удачи вам!
Всем пока.